Ну вот, добрались мы до крестовины. Этот на барабане накрепится тремя лучами. Два из лучей полностью отгнили и рассыпались. Один луч остался держаться. Выполнена эта крестовина из материала, так называемый силумин. Какой-то порошок. Какие-то технологии, которые вот превращаются со временем вот в такую вот, вот в такую вот труху. Для того, чтобы этого не происходило, за машинкой необходимо периодически ухаживать, обслуживать, не пересыпать моющие средства. Ну, если все-таки крестовина на вашем баке вышла из строя, то наш сервисный центр изготовит новую из нержавеющей стали, и она уже лет 20-30 проработает. При замене крестовины вычистится также бак от мусора, заменится резиновый сальник, заменятся подшипники. Машина будет полностью пересмотрена, заменятся все элементы, такие как амортизаторы. Вот амортизаторы довольно неплохие, но учитывая такой ремонт, их тоже заменим. Заменится нагревательный элемент. Вот нагревательный элемент. Тоже довольно неплохо выглядит, но учитывая, что рассыпалась крестовина, нагревательный элемент тоже подлежит замене. Передний полубак тоже меняется. Все соберется, поставится новая крестовина, и машинка проработает еще долго.